Что сегодня происходит? Сегодня происходит великий день. Сердце наполняется радостью и гордостью за вечерчан, за наш народ, за то, что такое большой праздник. Благодарности всем, кто принял участие в возрождении этой большой любовнической синагоги Витебска. Задача каждого из нас сегодня взять отсюда эту силу, энергию, энтузиазм, заряд и создать маленький храм у себя дома, в своем городе. Видим, что когда человек мечтает, все мечты сбудутся. Дай Бог всем вам и здоровья, и удачи, и много-много успехов.